Я очень волнуюсь, какого он будет роста. Я очень высокая, большая. Мне очень хочется почувствовать себя принцессой в его руках. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего хорошенькое сойдет? Ну что, танцуем? Твист? Твист? Катя, она такая настоящая русская женщина. Королева красоты. Она прекрасно двигается, у нее очень мягкие мышцы, она достаточно быстрая, бедра отлично работают, поэтому... По-моему, мы смотримся красиво. Да? Мне кажется, надо. Другое дело, да? 4, 5. Мне очень важно ему доверять, потому что я должна вот это вот все тело отдать ему и должна быть уверена, что он эти 82 килограмма выдержит. Наша задача на проекте, чтобы женщины, смотря на Катю, проверили свои силы, и чтобы мужики, посмотрев на Катю, сказали, что не 90-60-90, а есть еще красивые русские женщины. К сожалению, постоянно какие-то моменты происходят. Она вообще такая мисс несчастный случай. Я вообще очень надеюсь, что мы не покалечим друг друга и дойдем живыми до первого эфира. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. Я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я. Жизнь и счастье, любовь моя. Переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. Планируешь делать по окончанию проекта? Я бы хотела танцевать лет до 100. Представь, кальций Д3-никомед может помочь повысить прочность костей. Если об этом позаботиться заранее, тогда возможно и в 100 танцевать без оглядки. Кальций Д3-никомед — не упустить момент, накопить прочность. Ровненько, хорошо, но без изюминки. Я ждала развития. Я первый раз в жизни поднялась на 1.5 метра от уровня пола в руках мужчины. И я крутилась. Что значит не было развития? Я вижу, вам нравится это делать. Но вы это делаете не под музыку. Здесь я вот несколько ошибок как раз увидела у звезды мальчика, а не у звезды девочка. Скажу, что ошибок не было, но мы постараемся все улучшить. Я расплакалась, потому что Никита Сергеевич говорил последним, и он сказал правду. Самое сложное – это преодоление. Это 100% победа твоя. Второй танец гораздо сложнее, там потому что больше контакта.
этого действия должен быть интим. То есть это значит, что я близко должна к тебе быть, или интим можно не обязательно. А теперь попробуй справа сделать шаг. Тебе не кажется, что справа быстрее? Как только Катя открывает рот, это можно вот так просто стоять, смотреть на время. Потом вот здесь надо сделать быстрее перед шагом. Поэтому я стараюсь не дать ей возможности просто начать говорить. Это легче! Это легче! Что, нельзя со мной танцевать, когда я разговариваю? Что, это плохо? Я тут. Право. Меня. Левый. Пиво, пиво. Шоссе. Право. Ну, сейчас очень хорошо. Да, так у меня тут рука странная, сейчас я ее найду. У тебя рука странная и голова странная. Мне не очень нравится, когда мои лидерские чувства очень сильно забивают, а он партнер. Единственный вариант – это ему поддаться. Собрали мозги в кучку и пробуем еще разочек. Главное – точно. Назад. Левой ноги. Шаг, шоссе. Мне тоже приходится очень сильно адаптироваться, танцевать на других скоростях, быть очень внимательным к ней, потому что мы в одной упряжке. Если сбивается Катя, проигрываю я. Мы знакомимся. Этот танец очень показательный. Is for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. It's more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Я думаю, что мы можем с Катей гордиться этим танцем. Невероятно элегантно. Это было так легко. Я хотел вам выразить большую благодарность за ту работу, которую вы проделали. Я была удивлена, что зрители таким образом могут повлиять на судьбу участника. 86,1. Ситуация, парень, видишь, какая, да? Вот сейчас вот мне кажется, что ты странно себя ведешь с женщиной, понимаешь? Если мешает то, что я во время танца говорю, я не буду разговаривать на репетициях. Шаг в сторону. Я фанат действительно работы. Я прихожу в зал, я горю танцами, у меня огромное желание не говорить, а что-то сделать, потому что как раз то, что мы сделаем, показывает нас как личность. Мы раскрываемся в танце. Раз, два, три, четыре. И вот ты не дотанцевала, видимо. Ну да, мы притираемся. У нас были на самом деле уже такие. А ну-ка, я его, а он меня.
Ну, конечно, у нас есть конфликты, как и в любой паре. Мы люди-то очень эмоциональные. Не спеши уходить после пощечины. Прожили, отпустили, и каждый новый день начинаем с того, что нам танец надо учить. Сюда, сюда. Все правильно сделал? Я вот так должна остаться? Да. Если танец подходит, и он получается, это очень сильно объединяет пару. И... Раз. Давай. О! О, молодец! Мы сейчас хорошо попал. Ничего страшного. В драке рождается истина. Нам надо это. За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай, черный чай, черный чай. А в доме ножки мужички, мужички, мужички. Да по асфальту каблучки, каблучки, каблучки. Цокол в сквере соловей, как шаленой, как шаленой. Сосед полковник третий день, сам не собой, как больной. Она не хочет, вот и беда, выходи за него. А он мужчина хоть куда, он служил с ПВО. Орут под окнами каблучки, и здесь орёт месяц май. Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. Я подарю тебе Москву, поскорей приезжай. Я подарю тебе Москву, эх, наш город, поскорей приезжай. Вы действительно так нас зажгли, что мы все судим и проснулись. Русские танцы — это наши танцы, да? Она сегодня станцевала душой. Мне кажется, я лучше могла еще. Мне мама позвонила, говорит, только попробуй Кате плохую оценку поставить. Домой не приходи. Мама, я домой иду. Я пришла одухотворенная, и что-то случилось. Я даже не поняла, что случилось. Ты учи счет, я тебе учу. Показываю счет. Сейчас, нужен результат. Я без эмоций просто. Мне выучи счет. Очень. Я тебя спрашиваю, все хорошо? У меня хорошо, мне нужно как-то, чтобы ты выучила счет. Сейчас у нас четвертый танец и очередная пытка. Там нужно встать на левую ногу, чтобы пойти с правой. Что с тобой происходит? Я сейчас не могу понять. Потому что ты не учишься, ты сейчас тратишь время. Опять просто бла-бла-бла. Или ты тратишь время на то, что ты злишься. На час опоздали, все нормально, зато мейкап сделали. Ну окей, и что дальше? Но я же в этот проект пришла учиться танцевать. Вот можно начать танцевать? 7-8. Выучи свои шаги. Зачем он это со мной делает? Я красивая женщина, уверенная в себе, шикарная. В колготках, в сетку, с шикарными ногами прихожу сюда танцевать сальсу. Мой самый любимый танец. Просто танцую со мной, не думая о технике. Да. Женщины разговаривают, иногда задают вопросы. Иногда я что-то не поняла, спросила. Тань, карты лицом, все, без разговора. Да что ж такое интервью? Нет, танец не сделан. То есть, ну, что показывать? Для меня это жизнь. Может быть, для него это просто работа. Ну, может, другого лучше партнера, кого-то с флюидами там подыскать. С
становится обидно, что меня как женщину вообще не воспринимают. Sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso, no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Катя Жаркова и Виталий Сурма. Фристайл. Этот танец показал, что между собой у них все в порядке. Пошла в раж. Писать начала. О! Просто наслаждался, как вы профессионально смогли показать продукт. Да он сюрпризом разорвал рубашку и поцеловал меня сюрпризом. Я вообще не ожидала этого. 10, 9, 10, 7, 10. Если бы я рвал рубашку каждую тренировку... И целовал бы меня каждую тренировку, то, может быть, мы договорились бы гораздо раньше. Раз и два. Так сложилось с самого начала, что у нас рейтинг эмоций очень-очень сильно зашкаливает. И левое-правое. Наши отношения в паре можно переложить на отношения семейной пары. На левую ногу. Ты только что танцевал все правильно. До тех пор, пока я к тебе не подошел. Вообще, и видишь, какая проблема у нас с тобой. Мы сейчас как раз стараемся искать друг дружке подход. Ты хочешь так меня держать? Не понравится, уйду. Опа! Раз, и два, и три, и опа! У меня там все бурлит, все кипит. Ты бьет меня, наверное. Разворот. Назад. Вперед. Молодец. Катюха, я тебя люблю. Вообще, это все мое. Это я. Говори только право-лево. У всех девочек есть нюансы с мальчиками. И ничего страшного в этом нет. Перелистываем, сделали выводы, идем дальше. Учи меня. Ты уже все умеешь.
беда, не беда. Пути водная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Не стоит им дарить свою любовь. Катя Жаркова, Виталий Сурма. О, у вас что, настоящий хлеб здесь? Класс! Как... Да-да-да! Спасибо Владу. Спасибо за цветы. Спасибо. Спасибо, дорогой. Виталий, ты у нас... Мы уже останавливались на том, что у нас все мужчины меняют внешность. Кто бороду приклеит, кто усы. По-моему... Не приклеены, это настоящие. Подожди, это твои настоящие усы? Да. А тебе как-то их особо сегодня подстригли, что ли? Нет. Правда? Я бороду еще хотел, но мне сказали многовато. Готовился к номеру. Ты представляешь, Катя, он ради тебя отрастил усы. Становится мужчиной. Ну. Скажи, а это правда, что вот он уже даже песни тебе стал петь? Да. Да? Пел мне песню. Спой сейчас. Море вернулось говором чаек. Тяжело после. Песней прибоя рассвет пробудив. Сердце как друга море встречало. Потрясающе просто. Мне он пел «Браво». Ты представляешь? Ты с высоты меня не замечаешь, и я растаяла. А, вот сразу это вот. Дай мне этот день, да-да-да, дай мне эту ночь. Ночь. Дай мне хоть один шанс, и ты поймешь. Я то, что надо. Ты с высоты. Ну, у нас это же превратится в песенный конкурс. Красоты своей меня не замечает. Давайте, это импровизированное превращение нашей программы в песни со звездами. Я смогу. Спасибо. Сергей Васильевич, даже не знаю, обратиться к вам, оценить песню ли, или вот танец, который вы увидели чуть раньше. Не, ну... Песня добавила еще прелесть, еще больше прелести к тому, что было. Мне невероятно вот понравилось настроение. Костюм, музыка, улыбки. Сразу вдруг стало светло. Ты вспоминаешь о каких-то 70-х годах, хотя я еще тогда был совсем маленький человек. Но, тем не менее, спасибо вам за это настроение, которое вы удивительно передали. Вы всегда спасибо. Были большим человеком. Вы, может быть, были ребенком, но и тогда уже масштаб вашего таланта, я уверен, да. Спасибо, не смущайте Константин меня. Константин Юрьевич. Мне очень понравилась эта история, в ней была энергия, в ней была эмоция и настроение. Это было хорошо, мне только не хватило, если уж придираться, меня сюда зачем посадили? Придираться, для этого, конечно. Да, правильно. Мне не хватило вот капающего кефира сверху от этих двух ребят, друзей, которым так не повезло в жизни. Одному повезло, а вот они вдвоем сидят, сверху смотрят, кефир капает. Ну вот какая-то вот такая... Капли досады или капли того, что кому-то везет в жизни, а кому-то... Вот кефир и слезы должны кефир были капать слезы, сверху. Да. А это кто-то остается шпилер, вот там кажется, вот на рельсе. Штука, на которой... А так было все очень хорошо. Мне очень спасибо, понравилось. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо, Константин. Алла Михайловна. Мне кажется, что дружеская, теплая атмосфера, которая поселилась в этой паре... дает возможность сделать такие танцы. Вообще, когда у партнеров есть тепло, сердечные отношения, мне кажется, что вот сразу это видно на паркете. Молодцы. Ну, я рада за вас. Что ж, я спасибо. Рада, что сейчас к Максиму Галкину пойдет настоящая, теплая, жаркая, яркая пара. Спасибо. Недаром же Катя у нас Жаркова.
да. Горячая пара. И вы задержались около нашей королевской четы. Я так понимаю, что Бурло должное. Говорил «очень приятно, царь», да? Да. Да. Здравствуйте. Катя, я волнуюсь за тебя. Ты теряешь параметры «Size+». Вы знаете, но мы репетируем каждый день, я не имею права на ошибку, как сказала Виталий, поэтому я хочу показать ему, что я могу танцевать. С помощью каких продуктов ты будешь набирать былую форму после окончания проекта? Сейчас пост идет, может быть, из-за того, что я на посту еще сижу. Ты думаешь? Обычно пост и похудение – это не всегда связанные вещи как-то, мне кажется. Здесь Виталий Сурма подключился. Ага, ясно. Виталий, ну что хочу сказать, спел ты, конечно, ну... Молодец. Вообще, а станцевали? Вот станцевали хорошо. Да. Спасибо. Да. Ну, мне кажется, что в вашей паре наконец-то воцарилась гармония. Даже немножко царская невеста что-то пригорюнилась. Маш, что ты пригорюнилась-то сидишь? Я, да? Максим, жду. Ты один здесь будешь разговаривать или все-таки мне слово дашь? Давай. Но молодцы, ребята. Я думаю, что мы с Ленькой их уговаривали вот в прошлую субботу как-то на найти что? Друг другу подход. Ну, по-царски мы сказали, проходили. Голову сказали, отрубим, и подействовало. Я-то им даже, знаешь, чтобы их немножко сплотить, я им купил ночную обзорную экскурсию в северную столицу Москвы, в Химки. Ничто так не сплачивает, как ночь, проведенная вместе в Химках. Вот. Ну, так, если у вас будет недопонимание, я вам презентую эту путевку обязательно. Спасибо. Приезжайте, это проходит акция у меня дома. А ты там живешь, что ли? Да. А ты что, еще не был? Ну, ты же не зовешь, как не зовешь. Приезжай. Царей завела каких-то. Монархические привычки появляются у наших аристократических пар. Но это не удивительно, ведь танец, он облагораживает. Уважаемые судьи, я попрошу вас, как и в случае с монтажником-высотником Виталием, забраться высоко в своих оценках. Константин Хабенский. 10. Илза Лепа. 10. Сергей Филин. 8. Елена Самоданова. 8. Сергей Маковецкий. 1 балл плюс за пение. Спасибо! Спасибо большое. Ну что же, 46 баллов получает замечательная пара Виталий и Катя. Ну что ж. Катя Жаркова и Виталий Сурма. Вальс. Мне очень понравилась эта история, в ней была энергия, в ней была эмоции. Спасибо вам за это настроение, которое вы удивительно передали. 10. Жюри ставит нам хорошие оценки, а зритель не голосует. Стоишь, у тебя там просто вот так вот ту-дух. И в шоу остаются Катя Жаркова и Виталий Сурма. Нужно иметь стальные нервы, 2 номинации подряд. Танец будет совершенно другой. Это вальс настоящий, это чувства, взаимоотношения. Мы очень надеемся раскрыться с новой стороны и то, что мы очень сейчас хочется. Делаем. Это будет Сурма и Жаркова в очень неожиданном, мне кажется, варианте. Мы начали уже чувствовать друг друга, и сейчас уже удобно танцевать вместе. 5, 2, 3, 6. О! Так все же я же говорю! Все, Сурма! И он меняется очень сильно, он видит, что я могу двигаться, я схватываю движение, я танцую. 1, 2, 3. Я знаю, о чем этот танец. Я его прожила своей душой, своей жизнью. Это очень важно, чтобы это чувство было. Мы это чувство будем показывать. И 1, 2, 3, 2, 2. Раз. Нам этот эксперимент самим очень-очень интересен. 1, 2. Thank you.
Екатерина Жаркова и Виталий Сурма. Как хорошо оказаться на празднике на площади Сицилийской. Здравствуйте, дом. А ты не поздороваешься, будет еще потом что-нибудь страшное. Катя, это был... Влад, спасибо, это был твой лучший танец. Спасибо большое. Просто великая музыка, не народы. Ты в образе какой-то дивы итальянского неореализма. Я не знаю, на Маньяне сразу, да, вот Федор приходит на ум, вот эти образы великих итальянок. Ты сказала, что ты знаешь, о чем ты будешь танцевать этот танец. О чем? О любви. Вы знаете, мне очень хочется сказать спасибо Николаю Пантехину, хореографу нашего танца. Это все он. Он вместе с нами прожил эту историю и поставил нам танец. Поэтому, Коля, спасибо тебе большое. Спасибо, Коля. Это очень важно, что ты был с нами в этот момент. О любви, которая, как мы видели, в финале все побеждает. Да? Потому что любовь побеждает, и добро всегда побеждает зло. Федор Сергеевич. Монтекки и Капулетти помирились, понимаете, в конце. Все прекрасно. Катюш. Я чуть-чуть буквально. Вот так. И тебе тоже. Давай, Виталий. Нет, не надо морщить. Не надо. Так. Вот так вот. Волнующий момент. О! Друзья, ну к вопросу о волнующих моментах. Вот вы две недели подряд в номинации оказывались, да? Сегодня вам точно это не грозит. Мне так кажется, по крайней мере. Но все зависит от наших зрителей, друзья. Я очень жду поддержку зрителей. Я танцую добро, друзья. А что это добавляет в танец? Вот лишнее волнение какое-то или наоборот мобилизует? Волнение добавляет. Но этот танец был о любви, он изначально был очень волнительным для нас, потому что мы показывали историю мужчины и женщины, которые очень любят друг друга и понимают, что невозможно быть вместе. И в конце концов семьи помирились, и мы все-таки вместе с Ириной. Юрий Михайлович, у вас есть великие песни именно о любви, и в том числе о любви, которая не может... Любовь приходит к нам порой не так, да? Любовь по-разному приходит. По-разному, да. Вот да то, ну их, как она пришла сейчас. Да ну их этих итальянцев. Я себя ловил на мысли, какие же красивые наши российские женщины. Вы понимаете, дело даже не в танце, хотя было исполнено все замечательно, прекрасный... Партнер, а уже о Кате я вообще, у меня слов нету. Вчера, давайте поаплодируем, а? Конечно, ну, оценка впереди. Сергей Юрьевич. Катюш, ты с ним справилась. Ну что ж, надеюсь, может быть, так же лаконично и светло выступит... Елена Самоданова, уже все смеются. Катенька, я хочу отметить, что брюнетка тебе к лицу, быть брюнеткой. И стиль итальянской женщины, это платье, на самом деле, весь образ, это самый лучший, наверное, образ за весь сезон. И я себя с этим поздравляю. Мне действительно кажется, что вы начали чувствовать друг друга. Вот переломная шестая неделя... Она сработала, да? Шестое чувство, у меня как раз это есть поверье, да? Оно сработало, и мы сегодня увидели очень качественный продукт, и вальс был замечательный. Спасибо, я очень рада за вас, друзья. Идите к Максиму Александровичу Галкину, а я призываю всех наших зрителей голосовать за Катеньку. Я знаю, что вы ее любите, и будет очень хорошо, если вы свои чувства выразите, отправив... Номер пары 14, на короткий номер 1075. Потому что ваша поддержка сегодня решает очень многое. Кате будет так приятно оказаться на пьедестале. Танец был потрясающий. Спасибо вам огромное. Итак, Екатерина Жаркова и Виталий Сурма станцевали... просто крестного отца под знаменитую музыку Нино Ротта. Поэтому что я хочу им сказать? Катерино, Виталио, мои бамбини, сядьте поближе. Я засыпаю. Клан Журина будет ставить вам плохие оценки. Будет вас мучить, но вы же мои дети.
Как-то у меня грузинский акцент пошел. Но если у меня Шер стала Надеждой Бабкиной, почему же Марлону Брандо не стать Вахтангом Кикабидзе? В действительности, потрясающе смотрелся отсюда нам с Диной, свысока смотрелся ваш танец. И ты, конечно, Катя, держала себя. Молодец. И я подготовился к встрече с тобой. Я подготовился. Я читал все твои интервью. И специально выписал цитаты из твоего интервью на одном из сайтов. Это советы, как лучше получаться на фото. Дина, тебе интересно, как лучше очень получаться на фото? Да. Вот сейчас будем учиться. Я предлагаю нам вместе сейчас овладеть этой наукой. Встаньте, дети мои, встаньте, да. Ты положи уже эти цветы. Итак, внимание, сейчас будем получаться. Ты не подсматривай. Итак, цитирую Катю Жаркову. «Самый выгодный ракурс в три четверти, когда свободная нога, я не знаю, от чего нога должна быть свободная, носком смотрит прямо на фотографа». Давайте посмотрим. Кать, покажи, вот так, да? Ага, это свободная нога. Она свободная. Скажи. Мы же на правой ноге можем стоять, поэтому левая свободная. Это вот перенесли вес на правую ногу. Скажи, пожалуйста, какие у меня три четверти самые выгодные? Посмотри на меня. Максим, у вас все очень выгодно. Вся четверть, я понял, хорошо. Ладно. Другой способ. Стоя лицом к камере. Ну, не знаю, например, я к этой или вот к этой. Да, к этой, да. Стоя лицом к камере, поднять одно бедро выше другого. Я пробую уже. И немного нагнуть корпус вперед. Как я сейчас выгодно смотрюсь, ёшкин кот. А я посмотри на меня, Максим, Максим, делай, как я. Да? Подожди, еще я так должен делать, да? Ну, это странно. Ножка хорошо вперед, свободно. Дина, у тебя получается, мне, да? По-моему, получается. Да. Как вам? Катя. Я не знаю, я четко следую смысл советам. Сломать тело. Сломать тело? Конечно. Подожди, Кать, мне надо довести эту программу до конца. Как только самый выгодный для вас ракурс найден, а я уже нашел свой ракурс, можно продолжить эксперименты. Например, резко встряхнуть головой, чтобы полетели волосы. То есть это, видимо, это и сделал 5 лет назад Женя Папунаишвили. Сейчас я попробую теперь. Вот оно. Я модель. Все. Катя, это тяжелый труд. Присаживайся. Да, как хорошо смотрелся Виталий Сурма с такими красивыми женщинами. Мне понравилось. Понравилось, Дин? Очень, да? Очень. Ты будешь применять это теперь в киноискусстве? Обязательно. Ни в коем случае, могут не взять. Так, это только для модельного бизнеса, только. Это личные секреты Кати Жарковой. Или красная дорожка. Но она какие-то секреты открыла и в танцах, потому что жюри, мне кажется, сегодня должно быть по отношению к ней благосклонным. Ну, Максим, давайте в три четверти поворачивайтесь к камере. И ваша оценка, Максим Кожевников. Сергей Филин. 9. Юрий Антонов. Елена Самоданова. 9. Федор Бондарчук. Спасибо. Хороший результат. 46 баллов. Я считаю, что это очень высокий результат. У нас было уже 48. У Сивара Александра Набиульна вы прямо за ними идете. Так что удачи. Но это не значит, уважаемые телезрители, что вы не должны голосовать за Катю. Посмотрите, она ждет вашей поддержки. Так же, как и поддержки всех нас, ждет замечательный фонд «Подари жизнь». Это был самый сложный танец для Кати. Катюш, ты с ним справилась? Танцевали идеально, сами в шоке. Нам нравится танцевать любовь. Вальс был замечательный. Вы начали чувствовать друг друга. Все, краша с брюнеткой. Мне понравилось. 9. 9. 9. Спасибо. Румба. Румба – это бедро, и бедро у меня есть. Раз. И уводить коленку вперед. Я пока еще не встретил ни одну женщину, которая бы не любила румбу. Весь акцент на Катю. И посмотрим на ее бедра. Пришлось обрезать Кате платье, потому что платье было очень длинное. Румба – это страстный танец. Конечно же, нужно видеть ноги, видеть бедра. Раздел меня практически. На глазах всего народа. Разрез! Стой, стой, стой! Когда мужчина берет все в свои руки и приходит с ножницами, тут я уже не могу сказать «нет». Ну, кстати, легче гораздо.
это будет очень большой моей победой, если этот танец удастся, и именно Катя в нем максимально раскроется. Именно больше руки. Мы стали парой. Тело. Через тернии к звездам мы стали парой. Сурма. Екатерина Жаркова, Виталий Сурма. Спасибо, Влад. О. Кто-то кричит: «Сурма, ты лучший!» Я понимаю, если бы мужчины кричали: «Катя, ты лучшая!» Но женщины... Катя, ты лучшая! Спасибо, Женя. Катя. Ну, Катя одна из самых красивых и, наверное, самая женственная участница наша. И это было настолько чувственно, когда ты разрезал на ней платье. Я даже не думала, что вот это может нас вызывать такие эмоции. А каково это, когда мужчина на тебя обрезает платье? Вы знаете, это первый раз случилось в моей жизни. Это приятно очень, на самом деле. И я, мне кажется, после этого поняла, что такое румба. Леночка. Удалось прочувствовать, что такое румба на самом деле? Катя, Виталий, хочу заметить, что тот номер, который вы нам сейчас показали, был правильно соблюден с фигурами в танце румба. Ура! Спасибо большое. Это огромный-огромный плюс. Но помимо классических фигур, танец румба – это танец любви, да? Танец нежности, танец страсти. И вот мне лично показалось, что мелодия была настолько сильная, что она забивала немножко вашу пару как влюбленный элемент. И когда вы выбираете настолько сильную музыку, я бы хотела видеть не просто танцующую пару румба, я бы хотела видеть пламя любви, пламя чувств, пламя отношений. Вот. И либо вы делаете это настолько ярко и сильно, чтобы совпадать с музыкой, либо надо брать попроще мелодию.
Евгений, вот известно, да, что мощная драматургия — это всегда сложно, да, взять Гамлета и вот так блистательно его сыграть, как вы, Улипаша. Как вам кажется, вот эта музыка, она действительно помешала Кате показать все, на что она способна? Нет, мне так не кажется. Я, мало того, я весь номер думал, ну что ж, когда она... Катя, мы с вами не знакомы. Но я ждал, когда вы улыбнетесь. Или потом думаю, как же я не прав, потому что это сдержанная страсть. Это гораздо сложнее, чем такая темперамент открытый. Вы могли бы в этом танце раскидаться туда или сюда, а это была сдержанная, очень таинственная страсть. Вы берегли эти чувства. Для него, конечно, к сожалению. Но я вас с этим поздравляю. Спасибо. Спасибо, Евгений. Андрес, у вас такой страстный шарф. Я поклонник Кати с первой передачи. Я видел, помню, как Никита Сергеевич сделал очень хорошие не замечания, а такие комплименты. Я залез в интернет, посмотрел, кто такая Катя. И сегодня я действительно тоже, я отметил, Женя абсолютно прав, потому что я подумал, может быть, нужна была и улыбка небольшая. А потом, после финала, я понял, улыбки не надо, было замечательно. Поздравляю. И, наверное, бывает так очень важно у нас в балете, когда пара должна подходить, партнер и партнерша. Иногда так мы между собой говорим, блюдце и чашечка, они подходят друг к другу. Вы подходите друг к другу. Молодцы, поздравляю. Спасибо большое. Не знаю, кто из вас блюдце, а кто чашечка. Разберитесь у Максима Александровича. А вам, уважаемые зрители, я напоминаю, голосуйте, отправляйте короткий номер пары на номер 1075. Поддерживайте Катю с Виталием. Поверьте, для Кати ваши голоса являются источником огромного вдохновения. Уважаемые телезрители, если вы не согласны с мнением кого-то из наших уважаемых судей, то вы можете выразить свою точку зрения в нашей официальной группе в социальной сети ВКонтакте. Добро пожаловать! Ну а сейчас напротив меня Виталий Сурма и Екатерина Жаркова купаются в аплодисментах всей нашей студии и всей нашей телеаудитории, я не сомневаюсь. Ты немножко теряешь квалификацию «Size Plus». Мне кажется, одни плюсы остались, никакого сайза уже. Да нет. Нет? Нет, вещи, гардероб не поменял до сих пор, все так же. Серьезно? Просто... Как-то все меняется на глазах, я расцветаю в руках мужчин, которые танцуют. 100% я с тобой согласен. У нас еще две потрясающе красивые девушки в студии. Мы так просто вас не отпустим. Я хочу, чтобы вы станцевали наш фирменный танец «Танцуй добро». Вот, у нас есть Виталий, который вас сейчас обучит немножко. Хорошо? Сейчас мы расцветем. Хороший учитель. Сейчас вы расцветете у нас на глазах. Итак, «Танцуют добро». Анна, Надя, Виталий и Катя. Катя начала прыгать первой. Под аплодисменты вместе со зрителями. 5, 6, 7, 8. Кто из нас не знает, знает, есть пословица такая. Кадрами. Все хорошее и прыгаем. А плохому нету края. Браво. Танц нового сознания. День за днем свингу живи. Кадрами. Красота твоих и мечтаний. Наш с тобой спасает мир. Виталий периодически закрывает от телезрителей то Надю, то Аню. Дорогие друзья, мы можем заставить танцевать всех. Сегодня с нами танцуют сестры Михалковы, Надя и Аня. Ну что ж, браво! Спасибо! Браво, спасибо большое! Спасибо! Спасибо, Надя, спасибо, Аня. Ваши впечатления о сегодняшнем... Это был кастинг, по-моему, на следующий. Вы тут проводите на следующий сезон. Мы прошли. Да, ну давайте посмотрим для начала, что поставили наши уважаемые члены жюри. Нам с Надей. Да, за этот танец. Максим Кожевников. 8. Андрес Лиепа. 10, Катя. Спасибо. Спасибо огромное. Сергей Филин. 8. Елена Самоданова. 8. Евгений Миронов. Спасибо. Спасибо.
44 балла получают Виталий Сурма и Катя Жаркова. Я хочу поблагодарить не только их, но и Надю и Анну Михалковых. Спасибо вам, что были сегодня на студии. А сейчас следующая пара. Катя Жаркова и Виталий Сурма. Цыганский танец. Мы безумно счастливы, что все, что мы хотели, мы смогли показать. Мне кажется, румба удалась мне. Удалась, удалась. Это сдержанная страсть, таинственная страсть. Вы берегли эти чувства. Вы подходите друг к другу. Молодцы. Я этим танцем буду гордиться всю свою жизнь. Мелодия была настолько сильная, что она забивала немножко вашу пару. 8. 8. 10, Катя. Спасибо огромное. А на этой неделе мы танцуем цыганочку. Я нахожусь в растерянности, потому что это настоящий цыганский танец. Эти движения, они не характерны для бальных танцев. Мне приходится учиться танцевать заново. Мы взяли очень сложные, интересные поддержки. Моя мама Надежда. Мама приехала с пирожками, чтобы он был готов меня держать в цыганочке. Катина мама вообще чудесные пирожки готовит, поэтому я всегда рад ее появлению. Мама очень просила, чтобы я сделала вот это. Как цыганочка? Прекрасная цыганочка, побольше страсти. Гореть должна и пятка, и глаз. Будет. Нам бы хотелось показать вот такой вот... Контраст. Душу, да, контраст и душу на разрыв. И будет душа. Улыбаться буду в 33 зуба. Виталик будет рвать меня буквально на себе. Мы нашли друг друга, и нам так комфортно. Нам теперь танцевать надо, мне кажется, всю жизнь с ним. Душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай, так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна, на рассветный вползая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой, гореющих южных широт, где свирепая пуля, как божья метла, океанскую пыль ведет. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса. Глаза глядят бесприютной тоской, Thank you.
Екатерина Жаркова, Виталий Сурма. Катя, спускайся к нам с небес, куда ты воспарила. Катя. Друзья, ну это просто, можно сказать, спасибо большое, Влад. Это просто Хичкок птицы. А наши зрители, по-моему, никогда еще, да, не участвовали в том... Они кивают головой, потому что птица приземлилась, сокол, в непосредственной близости от наших зрителей. Спасибо вам большое за участие в этом танце. Егор, как вам такая интерпретация великой песни в исполнении вашего знаменитого дяди? Да, конечно, это жарко, это прекрасно, это замечательно. Я не совсем все понял, если честно, но я туповат. Поэтому, в общем-то, с меня взятки гладкие. Вам близка тема взаимоотношения полов зато, которые раскрываются. Мне близка, а вам не близка? Ну, теперь, когда вы здесь, она становится все ближе и ближе. Я боюсь, что теперь она станет главной. Да? Но вполне возможно, мы превратим это в диспут. Возможно, вот Сергей Филин тоже присоединится к обсуждению. Сергей... Значит, что я хочу сказать. Улетело, конечно, очень красиво. Согласен с Егором. Прекрасная инсценировка. Я тоже не все понял, но я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать о том, что это было сегодня по мотивам цыганского танца. На мой взгляд, это не был цыганский танец вообще. Это была попытка приблизиться к цыганскому танцу. Я объясню почему. Потому что все-таки здесь должно быть еще больше страсти, еще больше смысла, еще больше характера. И это очень важно, потому что должны быть сильные ноги, должно быть мягкое, выразительное тело. Должна быть невероятная работа спины, плечей, головы. То есть во всем этом должен быть очень непростой смысл, которого я не увидел. Но у нас все-таки развлекательная программа, и я рад тому, что вы попытались это сделать. И я думаю, что именно это и именно это сегодня и произвело впечатление. Ирина Александровна, очень манкая музыка, да, цыганская. Насколько вот вы всегда очень точно, внимательно подбираете музыку для своих учениц. Когда-нибудь цыганская тема была у вас задействована? У меня задействована цыганская тема сейчас. На отборочном чемпионате мира к Олимпийским играм моя сборная команда в групповых упражнениях будет делать цыганочку только из фильма «Табор уходит в небо». Что я хочу сказать? Я хочу сказать вот об этом номере. Цыганочку я очень люблю. Вполне понимаю аристократов, которые ночи напролет просиживали дворяне у цыган. И домой даже им не хотелось идти. К своим дворянкам. Да. Но сейчас дело здесь в «Танцах со звездами». Я тоже вот увидела в этом танце какую-то вот непонятную вещь. Значит, то ли птица вдруг превратилась в женщину, которая птица улетела, женщина появилась. Это история... Номер один. Вторая история – это «Бесприданница», фильм, в который поют про шмеля и про то, что действительно очень близко нашему народу и, как выяснилось, нашей паре. Дальше у нас пошла история, я думаю, Булгакова, «Мастер и Маргарита», когда она уже вот совсем разошлась, превратилась в ведьму, как бы улетела и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот получилась такая солянка сборная, которой нужно еще разобраться. Ну, я думаю, что вот режиссер, наверное, если кто-то присутствует здесь из режиссеров, может быть, Алла Сигалова, если она ставила, расскажет, может быть, эту историю, которую она хотела сделать. Но слишком много частей и слишком много вариантов того, что называется цыганочкой. А самой цыганочке была только потрясающе красивая грудь, которая обыграна и которая прошла мимо нас с большим успехом. Алла Михайловна, вы хотите как-то раскрыть замысел художественный? Мне кажется, что прекрасно, когда есть трактовки, когда есть свобода прочтения, каждому своя, и каждый может по-разному трактовать. Спасибо большое. Идите к Максиму Галкину, а мы остаемся здесь с птицей. Браво, браво. Катя Жаркова, Виталий Сурма. Это
память, опять Макс Петров, да? Опять Макс Петров рядом. И опять вы пересекаетесь с Лерой Германикой и Максимом Петровым. Кать, как тебе живется? Рядом с Виталием Сурмой. Да, рядом с Виталием. Видите, превратилась в ведьму, начала танцевать цыганочку. Я похожа на гадалку сегодня. Да, а тебе, мне кажется, еще, знаешь, надо вот какой-нибудь выучить монолог из серии «Я сама не местная, я приехала с Нью-Йорка». Живу Кстати, тут одними не танцами. Я же путешествую по миру. Да, я путешествую по миру. Молодой человек, ты у меня на руках вот такой, кормить-то да, его надо. Да, а? За что меня такая сурма рукавая? Кстати, могу погадать. Дай свою руку, посмотрю. Так, вот смотри, видишь у тебя вот эта линия счастья. Видишь, почему она такая яркая? Потому что хорошо станцевала. Вот это у тебя линия жизни, а вот эта линия хорошей жизни. Это не всегда совпадает, понимаешь? Зато у тебя есть линия ума. Он у многих в шоу-бизнесе у нас отсутствует. И линия, длинная, да? Да, и линия сердца. У политиков ее нет вообще. Да. Сердечная. А вот линия судьбы, посмотри какая. Что-то мерцает, знаешь почему? Непонятно, как зрители проголосуют. Нет, да? И как жюри оценки поставят. Непонятно, как оценки жюри поставят. Видишь, мысли мои читаешь. Ох ты золотая. Я гадал, ты же. Судьи, поставьте оценку хорошую, а то мы вам так все позолотим. Угу, век не отмоетесь. Максим Кожевников. 4. Я не могу не спросить, почему в таком случае? Нет. Простите, Ирина Александровна. Ну, пускай выставят все оценки. Но... Ну, хорошо, Ирина Александровна, Вина Русманова. 7. Сергей Филин. 7. Елена Самоданова. 7. И Егор Кончаловский. 9. Спасибо, Егор. Спасибо огромное. Максим, вам слово. А мне вот кто-то говорил, я не совсем понял что-то, я ничего не понял. Может быть, я не дорос до такого искусства еще, хотя мне казалось, я достаточно, у меня открытое, так скажем, воображение. Был какой-то салат, в котором ни костюмы не использовались, ни музыка не использовалась вообще никак. У меня вот такая вот оценка, это мое мнение личное. Конечно, Максим, спасибо, это ваше право, но, пожалуйста, Егор. А мне очень понравилось, как Катя улетела в конце. Я призываю всех наших зрителей сейчас поддержать Катю, потому что у нее очень сложная сейчас ситуация. Если вы Катю любите, если вы хотите, чтобы она осталась с нами, голосуйте, отправляйте 14, это номер пары Кати и Виталия, на короткий номер 1075. От вас все зависит. Голосуйте за наших участников.